Приветствую всех зрителей канала, меня зовут Юрий Винкальмираж. Сегодня у нас дальше продолжение игры Internet Simulator 2. Сегодня будем, наверное, что-то связывать с биткоинами, да, будем сейчас идти в палатку, там какая-то есть на карте, есть такая штучка, находится BTS Miner. Я думаю, туда подойду сейчас, посмотрим, что можно предложить. В прошлой серии мы с вами что делали? Ну, немножко оформились, там немножко сделали порядочек в своем интернет-кафе, да, там покрасили стены, потолки, немножко светильников накинули, да, заработали уже так-то порядка уже, даже смотрите, 3, ну почти 4 400 почти, да. Так, жена у нас что, пойдет работать, наверное, пойдешь работать как раз, да. Закупаем по максималке, все, холодильник полный, вообще профессиональный, вообще... Сделаем потом, возможно, здесь какой-то ремонтик, потом, может быть, ребенка себе оформим, да? Все будет четко у нас в будущем. Так, давайте с вами потихоньку спускаться, да? А, кстати, давайте проведаем конкурентов. Может быть, мы сейчас конкурентов увидим каких-нибудь, а? Мне надо, кстати, поспать. А чё я не поспал? А, идем спать. Стоп. А чё-то у меня энергии так мало, да? Вы должны дождаться 8 часов. Так, я спать уже хочу. Я даже не поспал почему-то. Смотрите. Ужас. Ладно, пока... Ладно, мы, короче, что, падаем в обморок, да? Падаем в обморок, но ничего. Дело обычное, как бы, обычного специалиста, да? Спать на рабочем месте. Так, давайте смотреть. Так. Эти типы... Вау. А вы что тут переворачиваетесь снова? Вау. Тут вас что-то вообще перевернули хорошо. Не, лучше туда не пойду, потому что отсюда я не выйду, наверное. Вот у вас, конечно, жестко. Один час бесплатно. Ладно. Спускаемся вниз. Я сейчас, наверное, буду падать в обморок. Колбасер, по пояс голый. Оп. Хорошо, вот этот тип опасный, да? Так, давайте. Чем мы видим тут по специалистике, да? Вот эту штуку, наверное, возьмем, наверное, да? Как думаете? Провер контроллер. Сколько стоит? Давайте вот эту. Я вот эту штуку себе заберу. Так, вот это я продам сейчас, типа вот этот. VR-контроллер вот этот продадим. И спрей продадим. Спрей продадим. Я сейчас куплю на всякий случай. Опа, там стреляется уже везде, видите, да? Так, на всякий случай пока вообще. Я думаю, нам нужно будет брать уже автоматическую, да? Ну, на всякий случай пока возьмем так. Так, что тут у нас есть? ПС-ка, мониторы. Окей. Колбасё по пояс голый. Так, вы что тут делаете? Все хорошо? О, бродяга, можно миссию взять. Так, случилось что-то очень плохое. Мой друг, кто-то узнал о нашем устройстве, другой правительство агент пришел за мной. Можете ли вы отключить его для меня? Он одет в кожаную куртку и туфли у него красно-черные. Это вся информация, которую я смог найти. И другой правительственный агент пришел за мной. Можете ли вы отключить его для меня? Он одет в кожаную куртку, туфли у него красно-черные. И туфли красно-черные. Красно-черные туфли и кожаную куртку. Конечно. Так, давайте. Забиту возьмем. Вау, тут у меня будет прикольно. Так. Хорошо. На всякий случай, что... VR-чики. Кстати, я не знаю, что дороже. Как посмотреть, сколько... Надо потом посмотреть, в общем, процентовку. Ну, блин, прикольно, конечно, тут. У меня все сделано, да? Так, ищем типа... Кожаная куртка и красно-черные туфли. Не знаю, сможем ли его сейчас найти где-то здесь. Эти тут что, где-то стримеры или кто? Стримеры, походу, или что это? Это, походу, стримеры. Так. Кожаная куртка.
Кожаная куртка, кожаная куртка. Вот этот что, ты? Это ты. На. Не того? Не ты, что ли? Сори, я кому-то не тому дал по башке. Я кому-то не дал по башке. Так, а может на карте посмотреть где-то? Ладно. Это точно не он. Ну, вот этот похож был вообще. А, он не в кожанке, да? Он не в кожанке вообще. Ты что ли? Не ты. И этот не он. Так, это точно нет. А кто тут может быть? Победи человека в черной кожаной куртке. Черная кожаная. Да ты же может быть, нет? Нет, наверное, да? А у него что? Тут вообще камуфляж какой-то. Он, наверное, где-то прячется, да? А, я понял, кто. Ты что ли? Ты что ли? Он, наверное, не он. Ну хз. А я думаю, это он, наверное. Только у него что-то... Должны быть красно-черные ботинки или что-то такое. Это не он, наверное. Так, у меня энергия заканчивается. Блин, полиция ходит здесь. И ты что ли? Ой! А, нет! Так, давай. На! Куда, ёпта? По башке ты не получаешь? Бух! Хорошо! Ай-яй-яй! Вы что, там вдвоём драться будете? О, нет, 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 пожалуйста, победите, пожалуйста, нет, 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 нет. Спасите меня, спасите, пожалуйста. Пожалуйста, они меня бьют. Эти победите меня, нет? Побеждайте, 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 они дерут со мной. Ой-ой-ой, я вам за что деньги плачу вообще-то, а? Ай-яй-яй. Биту купить надо, быстро не бегать. Нет, нет, нет. Куда вы заходите в хату, блядь? Сволочи, блин, а? Пойду биту брать себе покупать. Ой, типы. Ну, этот, походу, вот этот тип. Я не знаю. Он не он. А это что? А, вот он, типок, чертил, я понял, кто ты. На кого ты похож вообще? Так, дай мне сюда биту, бро. Я прям отсюда прям буду вылетать. Так это мужик, это тёлка же, походу, нет? Эй! Есть, победа! Хорошо, так. Кого-то я, короче, успел. Чё, победа у меня, бро? Отлично, новое, я смогу вернуть себе игру так. О, 1000, хорошо, 1000 плюсом долларов дали. Я как раз поспал, короче, хорошо, мне не надо будет возвращаться, да? Так. Давайте я сейчас пока все выложу здесь. Так. Так, сейчас мы вот этот баллончик используем. Наверное, буду то, что заканчивать, куда-то сюда скидывать пока буду. Да? VR-контроллер. Вообще его бы заменить бы, наверное. Вот так вот. Посмотрим. Надо посмотреть потом, какой из них лучше, да? Окей, так, его скидываю сюда пока что. Что у меня там еще? Два баллончика свежих. Вот так вот. Хорошо. Так, бита. Тоже сюда. Так, что похавать принесли? Вроде принесли. Так, видите, как круто-круто у меня все хорошо. Это прям топовый-топовый сет, да? Топовый сет вообще. Здесь надо будет потом столики поменять, на прикольные поставить. А вообще мне тут идея немножко поменять расстановочку. Тут два поставить. Раз-два. Поместить больше, наверное, да? Ну, когда посмотрим, что там. Так, let's go, короче, сейчас брать... На биткоин мастера туда пойдем. Биткоинеру нашему.
Так. Надо было на биту взять. С собой на всякий случай. Так. Ну, меня отхерачили, короче, жестко. Ой, хорошо. О, тут что такое? Битмейнер. Так, привет. Так. Графическая карта для майнинга. BTS майнер. А в чем смысл? Братишка, как покупается вообще это? Ну вот эту, да, надо? Хорошо. Вот эту хрень я поставил. Не знаю, я вот эту куплю, короче. И вот эту. Сейчас проверим, для чего это надо. Но видеокарты классные, да? Сейчас пойдем, чуваки, подождите. Я сейчас пойду проверять, как мне ей пользоваться. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. А там еще, кстати, способность была какая-то у меня, смотрите. Способность. Там что-то с майнингом было связано. Давайте силу дадим чуть-чуть. Во. Иногда в казино... А, нет. Не то, не то, не то. Что-то с майнингом. А, вот это, да? Теперь вы можете купить больше майнеров. Давай вот это. Вот это. И будем копить тогда 300 еще, да? Угу. Окей, хорошо. Так, заходим в хату. Пока закрываем все. Так, мне бы эту штуку куда-то поставить. Куда ее ставить-то вообще? Вот сюда? И что делать? Майнер, так, статус сборовой установки. Так, давайте сейчас я включу, короче, комп. Я посмотрю, что можно будет сделать. Какой-то надо код. Буп-буп. Пока в этом вообще не разбираешь, что надо делать. Я думаю, какую-то программу скачивать. Какую-то сейчас программку скачаем. Крипто. Какой-то крипто, наверное. Нет, да? Че, положим какую-то сумму? Видите сумму? Купить. А я там что-то покупал, вроде. Нет. Вроде бы ничего не покупал. Ну... Так. Так, а как здесь майнить вообще? Так. Так, как здесь майнить, 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 майнить? Может, здесь что-то с этим связано? Второй этаж? Лестница на второй этаж? Прикольно. Можно лестницу на второй этаж себе сделать. Так. Торговый автомат. Постустройство. Для чего оно нужно вообще? А, типа, чтобы оплата картой, что ли? Холодильник. О, постустройство, оно типа сам картой оплачивает и все, типа. Понял. Чтобы не миставать, да? Холодильник и так. Хотя он туда ставится, в угол. Это пока не надо. Тележка для хот-догов. Так, стопэ, повезло мне. Spotify. Можно музыку включить какую-то? Давайте смотреть, давайте смотреть. Ghost, Crack, Warcoin, Apps. Apps, наверное. Так, майнер. Программа необходима для установки устройства майнера. Давай. Давайте, все, я понял. Сейчас мы скачаем майнер себе. Антивирус работает у нас вроде бы. Сейчас зайдем в антивирус. Все работает, отлично. Так. Что там скачивается, нет? Игры, 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 игры. Так, надо будет открывать кафе сейчас. Потихонечку сейчас откроем кафе, будем что-то делать. Да, надо встать. Биты все есть, вроде работает.
Запускаем клиентов. Сейчас сюда VR-чик стоит. Все работает вроде. Приветики, братишки. Все, сегодня будем с вами открывать кафешечку. Да, можно его чуть выше, дорогой, поставить, я думаю. А что, не могу поменять? Наверное, консоли вот эти подороже можно ставить, да? Где-то побольше. Ну, здесь не очень, типа, по центру. Ну, ладно, вот эти центральные пока пусть будут. Приветствую, приветствую. А, туда пошла, да? Ну, играйте, играйте. Так, дайте мне эту хрень. Здрасте, здрасте. Нифиг, компы-то классные стоят снизу, да? Бу-бум. Так, майнер скачался? Майнер есть. Окей. И что? Средняя мощность майнинга 0. Лучше новая. Так, средняя мощность. Код, который можно использовать для майнинга. ZSS7BD. Надо, блин, как-то записать, что ли. ZSS7BD. ZSS7BD. ZS... Короче, давайте установим сюда. Я не запомнил код, короче, нифига. А куда это ставить? Это что, прям так и ставится? А что она делает? ТС-майнер. Куда он ставится, блин? На стол, что ли? Или на пол? Подожди, братишка, у меня тут проблемы небольшие. Я не знаю, куда ставить эту фигню. А мне, может, до него стол купить какой-то отдельный? Как думаете? Туда бы карту закинуть, да? А, во. Короче, закупаю видеокарту сюда. Пойдем закупать видеокарту. Дофига вообще, походу. А буровая установка для чего? Ой, зачем я встал? Так. Спасибо. Код майнинга. 7 БС, что там было? Блин, я не запомню код никогда в жизни. Надо записать, наверное. ZSS7BD. ZSS7BD. А, нет. Сейчас. ZSS7BD. Так, давай. Let's go. Работает. Все. А что за хрень? Одна видеокарта, да? Все. Окей. Пойдем еще видеокарту закупать. Блин, пошла вроде майнинг-система. Только я не знаю, зачем вот эта хрень нужна. Белая, да? Так, Spotify сейчас зайдем. Зачем она нужна, это? А, это типа он один или чё? Короче, то и то. Это майнер. То и то майнер, короче, походу. Я закупаю видеокарты, мне пофиг. Я закупаю сейчас видеокарты. Я не знаю, сколько можно, но я выкупаю все. Я у вас все видеокарты покупаю. Я все видеокарты покупаю, Вася. И BTS майнеры все выкупаю, наверное. Спасибо, спасибо. Вау, пошли, пошли работать. А это чё? Это тоже сюда мне, короче, в руки. Вау. О, там типа, короче, разматывают. Мне бы пост устройство поставить. Может быть, они картами начали оплачивать бы, да? Блин, прикольно, кстати. Мне бы какое-то место для вот этого фигни. О. Спасибо, спасибо, спасибо. Я отошел немножко. А то что-то...
Телека нету. Подождите, лохи, подождите, как нету? Вот так вот есть. Так, так, так. Тут. Вроде все работает. А я думаю, что же не могу поставить ничего, да? Так, кто-то еще пришел, да? Так, сейчас посмотреть, работает ли у нас вот это. Все работает. Спасибо. Так. Надо место придумать себе, место. А возле туалета нормально будет? Подождите, подождите. У нас тут BTS майнер. Раз. Два. Три. Нифига. Еще одну можешь закинуть. Мне кажется. Хорошо, спасибо. Тут. Так, да, да. Хорошо. Получается у вас там все? Здесь работает? Работает. А, эти два компа надо будет апгрейднуть 100%. А, наверное, сегодня еще будет задача. Знаете, мы сейчас помайним. И, наверное, может быть, второй этаж себе оформим. Сегодня, да? Так. О, кто-то убежать хотел, да? Так, мы сейчас, короче, еще поставим себе небольшой таймер, чтобы я не затупил. Так, давайте сейчас. Let's go. Так. Тут. А что, работает у нас майнер-то? Количество потребленной энергии 0 киловатт. Вход в сеть для майнинг подтвержден. Подожди, братишка, у меня проблемы. Вау, 632. Нифига себе, типок. А где мой биткоин посмотреть? Подтвержден. Количество энергии 28 киловатт. Что-то там. Хорошо. 300 еще, да? О, майнер работает вроде. Майнер вроде работает. Давайте чекать. Что я могу сделать? Что за типок тут? Все, работаете. Отзывы-то хоть оставляют какое-то? Так просто среднее качество. Так, я любил. Пахнет отвратительно, плохо. Ага. Так, воняет чем-то, да? Вау, реально какашками пахнет, да? Что там, в туалете вообще жестко, да? Типы, вы что-то какаете или что? Все. Писсуар. Вау, типа размотали. Мы что, до сих пор еще не привыкли, чуваки? Оплачивай сразу. Сразу оплачивайте все четко и все. Так, ладно. Сейчас что мне делать с этим майнером? Непонятно, да? Крипто. Может быть, здесь что-то надо делать? Exchange. Портфолио. Мне где-то надо искать. Где-то надо что-то искать. Сейчас, подождите, чипы. Хорошо, работаете, да? 2, 3. Работайте, все хорошо. Так, дайте мне туда зайти. А, мне найти, короче, надо такую штуку. А, как пользоваться? Где сколько накипело? Сегодня мощность майнинга 326. Подтвержден там.
Молодцы. Для запаха взять эту хрень, да? Не, не это. Клинер есть у меня. Вот этого типа можно заказать, кстати. Май кафе. Так. Освежитель воздуха, где он находится? Вот это, давайте. Освежитель воздуха покупаем себе. Все работает? Если работает, то шикарно. Тут. А, как? Вау. Офигеть. Я же потерялся, видите? Если, короче, бы... Баллон бы здесь бы не стоял. Я бы потерялся бы уже все. Блин, повезло. Молодец. Ну что, барон, оплачиваешь? Молодец какой. Ой, молодцы. А ты сколько оплатил? Так, 5000 есть. Блин, мне бы еще установку какую-то сделать. Скоро-скоро мы откроем про майнерские системы. Я хрен его знает. Работающий. Одна видеокарта? А там типа одна видюха работает или что это? Ага. Куда побежал, дурачок? Да. Ну короче, мы сейчас будем оформлять компы. Немножко улучшим их. Наверное. Или не-не. Сегодня, короче, улучшать ничего не будем. Наверное, второй этаж улучшим. Пойдем покупать. Я думаю, быстренько еще купим еще какие-то эти. Как они называются? Эти, я не знаю, станции эти дурацкие. Сколько там их можно покупать? Все, я забрал у вас все вообще. Есть вон та еще? Дайте мне вон те еще. Ого. А сверху чё? Кто здесь? Бу-бум-бум. Бу-бу-бу-бу-бум. Бу-бу-бум. Бу-бу-бу-бум. Бу-бам. Ладно. Хорошо, хорошо. Вот этого типа мы разматывали, да? Надо похавать, кстати. Да тебя сам поломаю, бро. Я тебя уже сам вижу, братишка. Блин, выходит, короче, так еще беспалено бежит. Ладно. Сколько там времени надо закрываться, наверное, да? А, ну все, просто так берем. Пока закрываем. А, я беру эту хрень, короче, пока что... Оформлю куда-то вот сюда, наверное. Работает? А что у нас с видеокарт? Все видеокарты? Все видюхи вроде. Что он делает? Он просто ставится, что ли? Вот так на пол? BTS майнер. Работает. Не работает. У нас типа, наверное, может быть, света не хватит, что ли? А, за свет я надо буду очень много платить, да? Ну ничего. Будем оплачивать. Все. 208, да? Угу. Там еще немножко, короче, и майнер активируется. Больше майнеров можем купить. Шикарно. Так, вот эту фигню пока сюда положим. Окей. Сколько там время? Кафе. Какое дерьмовое место? Я любил. Плохой комментарий, нет, дерьмо. Я не понимаю, почему больше игр. Ага. Давайте больше игр купим тогда. Так, ну сейчас можно вообще все игры купить.
Давайте вот так вот прям накупаем пару игр хороших. Все. Второй этаж. Давайте оформлять второй этаж. У нас есть время пока что, да? Так, 10 часов. Открываем кафе сейчас. Я немножко сейчас второй этаж оформлю. Посмотрим, что мы можем сделать со вторым этажом. Так. Второй этаж. Второй этаж, второй этаж, второй этаж, второй этаж. Так, работает сюда. Акустика системы получше, да? Детектор пожара. Кстати. Как он работает? Детектор пожара. И что он будет? Будет вода сразу пликать? Проверим, да, работает вообще эта штука, нет? Окей. Тут. Просто устройство потом надо взять тоже. Микроволновки всякие. Так, давайте. А, второй этаж. Мой кафе. Так, предметы, раскраска, обновить. Так, новая комната. Ну, мне хочется сразу второй этаж. Не знаю почему-то. Комнату я делать, наверное, не буду. Второй этаж делаю себе. Вверх по лестнице. О, 2400. Немножко не... Ну, сейчас немножко сильно не будем, Брам. Сейчас подзаработаем чуть-чуть. И потом купим. Ого, пошли игры. Игроманы поперли, да? Тут. Вверх по лестнице. Так, а лестница что, где, кстати? Проверим. Так, здесь вот получается... А, смотрите, как классно активировалось. Вот это место, да, появилось? Смотрите, как прикольно. Вот здесь мы всю обстановку сделаем. Угу, хорошо. Здесь много пойдет. Вторая лестница, второй этаж. И здесь, короче, что-то будет. Здесь что-то будет. Угу, ну хорошо, здесь вообще прикольно можно сделать. Сюда вообще можно майнера поставить. Не знаю. Нормально. Ну, говнак, правда, много, братишки. Хорош. Ой, собака гавкает, сори. Тут. Работает? Вау, смотрите, как работает. Классно, видите? На это ничего не повлияло, ничего? И, кстати, как майнер-то работает? Ну, он работает, и чё? Я так и не понял, короче, как этот майнер можно использовать. Спасибо. Так. Залетайте. Так, как же можно использовать майнер? Я подумаю. Может, через КМД как-то? Банковский счет. Есть банковский счет? Какой-то счет у меня есть? Хорошо, молодцы. Что за кавай? Игры? Коин-роб? О, что, реально игры какие-то есть? Что за фигня? Что за кавай? $50? Спин? Ну, дропай. Ты выиграл 70? Вау, что ты еще выиграл? 70. Ну, короче, что-то выиграл. Так. Веб. Гост. Наверное, не гост. Это что-то другое. Варки коин, что ли, какой-то? Нет. Скин кейс. Крипто. Где-то здесь, наверное, в криптовалютах. Где-то здесь. Продать все.
Это моя сумма, что ли? А, вот, походу, да? Че, реально это мое все? О, походу, реально, смотрите, биткоин, BTC. Вау. Прикольно. Тихо, ёпта, куда убежал, дурачок? Я тут тоже ловил. Смотрите, сколько их там. Хорош, смотрите, будет карате делать. Вот тебя тут ждет, братишка, 10 штук. Братишка, пожалуйста, куда ты бежишь? Пожалуйста, бро, не лагай, у меня залагал тип. Да лови ты их, лови уже. Я буду сам сейчас ловить. Раз. Нет. Куда, блин? Валера, ты затупил-то, ё-моё, Валера. Валерка, блин. Что с тобой не так? Дурачок. Успокойся, пожалуйста. Как я без тебя буду справляться? Ой-ой-ой-ой-ой, меня Валера затупил. И что делать? Вот что этот, отмену дать? Отмену дать, потом врезка взять? Наверное, да. Без него я не справлюсь. Так, давайте. Блин. Я понял, вот, короче. Вот мои собственные средства. Походу. Что такое количество? Чего? Чего? А, это полное, да? Ноль, не знаю, там типа... Точка... 87 максимум? Не, давай что-то там типа, ну... 40, например, сколько это? Продать. Получил денежку какую-то? Да, получил вроде бы. Продать все, кстати, можно. Вау, нифига у меня сколько денег оказывается, у меня дофига. А почему у меня XR? А, это вот те, которые стоят станции маленькие. А как вот эти сделать? Dogecoin. А, я, наверное, понял, в чем смысл. Там потом откроется, да? Блин, Валера бегает, как дурачок на улице, блин. Эти деньги все, он меня все размотает. Что там пердел тут вообще? Так, огонь. Дурачок, блин, а? Ну все, без него я не справлюсь, мне будет... Ну ты чё бегаешь, дурак? Чё ты бегаешь? О-о-о. Второй этаж мне надо сделать, братишки. Так, давайте. Потом посмотрим, что на втором этаже. Убежал какой-то тип. Хорош. Так, ну не ты, не того. Ты что ли? Ты убегал. Не он. Блин, а? А меня видели на балансе 30к уже там? Можешь продать все, блин? Хотел комбинировать, фигня, ну спасибо. У меня на балансе 31 тысяча. Продать все? А давайте не все. Типа... Ну... Ну... 0.40, что-то такое. 0.50. Сколько это? Чуть мало. Стоп, это сколько? 100... Блин, ой, дурачки. Хорош. Ну, это мало, наверное, да? А, у меня все хорошо здесь работает. Ужас какой происходит. А сколько даст? 600 рублей, да? Понял, понял. Это чё, это походу 3000 или сколько? Я думаю 31 тысяча. А может реально 31 тысяча? Спасибо. Ой, мы без охранника не сможем, братишка. Ну как дурак бегает, как дурачок, блин, бегает. Кто убежал, блин?
767, ёптаю. А воры все будут забегать. Если вор забежит, то что? Если вор забежит, то что? А? Если вор забежит, все? Он может что-то украсть? Он может украсть у меня что-то реально. Блин, ну сколько там время? 1 час уже, надо закрываться. Чуваки, надо закрываться уже, погляньте. Пам-пам-па-па-парам-пам. Ты дурачок, нет, блин. Достань ты уже на месте уже, достань ты уже на место, блин, дурачок. Хорош. Встал на место. Молодец. Ух. Так, мне надо его снова нанимать. Я его не могу взять его уже. Понял. Так. По лестнице вверх. Закупаем. Хорошо. Все, это пока не закупаем. Все, второй этаж надо нам оформить. Мы закупим, наверное... пару вещей. Я думаю, это уже надо в следующей серии будем оформлять второй этаж, да? Майнер мы сегодня научились пользовать. О, круто, круто, круто. Здесь вообще можно верочки ставить. Если светильники надо поставить. Вау, здесь прикольно мне стало. Будем, короче, в следующей серии уже оформлять потихой. Кто выбежал? Ты? Брюс Ли, блин. А ты меня сегодня подвел чуть-чуть, братишка, первый раз. Валерчик. Чё-то ты, короче, сегодня слишком сильно перегрелся. Вы доиграли, нет? Я же могу сейчас сам работать, бро. Я сбитый стою. Пошел ты нахер, вонючка. Так. Все работает вроде бы. Угу. На мне похавать бы, да? Чё, даешь мне? Все, пошел отсюда, дурачок. Так, смотрим. По криптовалюте сейчас смотрим, что у нас по крипте выходит. Биткоин, биткоин. Это типа за один биткоин, типа, или что? Я так не могу понять. И вот это еще хрень. Сотка почему-то. XRP. XRP. Откуда XRP вообще этот? Кардана какой-то. А, это я купил. Это я купил, да? А, я понял, я понял. Это я купил. Тогда один раз за сотку. А биткоин я разве покупал? А, ну он типа вот у меня фармится. Он здесь же фармится у меня. Значит, он что-то делается, да? Значит, все хорошо. А вот, вот это, короче, можно закупать. Походу. Так, чего покупаем? XRP закупаем? 4%. Dogecoin, Dogecoin. Ну, давайте Dogecoin возьмем. Сколько? 2 на косарик. Портфолио. Посмотрим, сколько он там вырос. Так, 0,2, да? Пусть будет Dogecoin мне немножко. У него же деньги хорошие, смотрите. Оп. Сейчас помайним хорошо. Еще, да? Сейчас бегаем похавать чуть-чуть. А я, наверное, спать зря лягу. Или ладно, пофиг. Ладно, ладно, пойдемте сейчас похаваем чуть-чуть. Я, короче, понял то, что я это... Не зря я тут начал майнить жестко. Мы будем закупать компы, максималку. На максималку будем закупим. Там еще, короче, есть где-то клуб какой-то. О, магазин секонд-хенд. Мое интернет-кафе, двой дом. Короче, потом в клуб сходим, да? Но не сегодня, наверное, уже. Бадис Ковен.
Баки всякие. Че по ставкам? Черный давайте. Не, давайте. Да, давайте черный. 500. Прикиньте, выиграю. Будет прикольно. Мама, все, поезд голый. У-ху-ху. Так, что? Биту сейчас найдут. А что должны найти? Что вы должны найти вообще? Что вы ищете? А, пойдем сейчас посмотрим майнера. Вот, сейчас закупаем эту хрень. И что? А, теперь вы можете купить больше майнеров. О, пойдемте. Пойдемте, реально можно купить больше майнеров? Давай, давай, давай. Нищет там что? Кстати, он нам помог очень жестко с типом. Они там вообще подзорвали все хорошо так. Теперь у меня вообще все хорошо. Вообще, надо было бы еще им пару этих сделать. Конкурентов, чтобы поинтереснее, да, было? А где покупать майнера? А, наверное, в этом, да? Не отсюда. Кстати, с этого-то можно купить замазора, замазона? Так, все. Все, пойдем подчекаем. Принимаем про посетителей чуть-чуть. Вот интересно, сколько выйдет за как он называется? За электроэнергию сколько выйдет? Мерзкое место. Так. Сколько выйдет за электроэнергию? Где она? Где? Бил, не бил, как-то так. О, хз. Где-то здесь. А вот. Не показывает, да, еще? Угу. Все компы работают. Пусто, пусто, пусто. Ту-ту-ту-ту. Так. Хорошо. А майнер работает? Ты расканируешь, да? Средняя мощность майнинга 477. Подтвержден. Код, который используется. Ага. Раз, два, три, четыре. Все. Хорошо, сделали. Так. Так, 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 так. Заходим за Амазон. Замазорчик. Заходим сюда, наверное, да, где-то. И здесь, может быть, майнеры есть какие-то. Мониторчики, маус. Нету, да, ничего? Здесь вроде ничего нету. Мониторы, кейсы, джойстики, фаны, консоли. Компьютер, кейс. Хорошо. А что, он новенький есть? Оу, какие-то жесткие компьютеры появились. Фэд, компьютер кейс. Ту-тум. Так, пока фармим денежки, да? Пока все фармим. А где можно закупать? Я так и не понял. Так, способность. Ваше знание о горнодобыче увеличивается. Теперь вы можете купить больше майнеров. Куда, куда? Лови. Бам. Ха-ха-ха. Куда, куда, куда? Здесь? В Амазоне, что ли? Ой, в Биткрипто. Все так же вроде бы, да? А, типа, сколько он стоит, да? За одну штуку, что ли? Так немного понять. Так, давай сюда. А, типа, за одну штуку стоит он 31 тысячу, что ли? Долларов? Понял. Так, все будем чекать. Где же могу это взять? Может, здесь?
Ага. Подаем взор. Там чуть-чуть одобрение какое-то. Так, еще пока не лазил. Пока не лазил. Что за покраком? Добро пожаловать в мир взлома. Так. Join сервер 121-197. Чего-то кого-то там. Ну что, завтра, я думаю, на следующей серии, да, в следующей серии мы с вами что будем делать? Сделаем, оформим второй этаж себе, да? И плюс, может быть, мы сходим к себе в клуб туда. Видите, там у нас есть клуб какой-то, да, сейчас на карте. Опа, 700, нифига, долларов. Офигеть. Вот сюда в клуб сходим, посмотрим, что там вообще по этим клубесникам, да? И я думаю, все будет четко. Уже на балансе у нас 13 тысяч долларов. Мы с вами вообще богатенькие чувачки. Все. Майнер вроде работает, все делает. Там у нас все крутит. Все шикарно. Но я, короче, пока не понял, в чем смысл вот этого было делать. Купить больше монет. Вот эта хрень непонятно. Будем смотреть. Купить больше майнеров. А где можно купить больше майнеров? Там? Наверное, там, да? А, может быть, короче, там появляется, типа. Ну-ка, сейчас бегаем. Сейчас проверим. Может быть, там каждый день обновляется, типа. Не, вроде нет. Надо поспать, я думаю, да? Я думаю, надо поспать, и может мы увеличим потом. Ладно. Окей, окей. Все. Давайте, чувачки, не забывайте ставить лайкосики, подписываться на канал. В описании будет ссылка на плейлистик, вы все знаете, переходите, смотрите все серии. А завтра уже, да, на следующей серии мы с вами уже будем что делать? Я думаю, мы будем с вами оформлять второй этаж, да? Второй этаж оформим, сверху купим компы, апгрейдим компы, наверное, жестко. Все четко сделаем. Поставим что-то прикольненькое. Огромное всем спасибо за просмотр и всем удачи, всем пока.